о котором мы говорили в самом начале, фотографии детей, погибших в результате предположительной химической атаки. Только Хейли ничего не предполагала, рассуждая о предположительной атаке, а решительным образом обвиняла не только Асада, Россию, это мы тоже уже цитировали, и следом примерно в том же духе, хотя на самом деле слово в слово высказался и американский вице-президент Пенс. Давайте мы послушаем и одну, и другого. Time and time again. Снова и снова Россия рассказывает одну и ту же ложь, чтобы отвлечь внимание от своих союзников в Дамаске. Снова правда, о которой нужно сказать. Правда в том, что Асад, Россия и Иран не заинтересованы в мире. Когда ООН в очередной раз не может действовать коллективно, бывает, что нам приходится предпринимать собственные действия. Все свидетельства говорят о том, что это сделал режим Асада. Я думаю, представитель США в Совбезе безопасности Ники Хейли выразила довольно ясно нашу позицию. Мы надеемся, что Совет Безопасности предпримет все необходимые действия. Но буду откровенен, рассматриваются все возможные ответные меры. Incredibly talented wife, a great, great celebrity in China, a great singer. It's an honor to have you in the United States. Launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians using a deadly nerve agent. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. There can be no dispute that Syria used banned chemical weapons. До 3:56 московского времени из акватории Средиземного моря в районе острова Крит с двух эсминцев военно-морских сил США «Росс» и «Портер» был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Шаарат» провинции Хомс. По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело 23 ракеты. В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, 6 находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23, а также радиолокационная станция. Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты сирийских военно-воздушных сил на стоянках не повреждены. По информации командования сирийской авиабазы, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, а также 4 погибло и еще 6 военнослужащих получили ожоговые ранения в ходе тушения пожара. Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе крайне низкая. Данные действия американской стороны расцениваем как грубейшее нарушение подписанного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Министерство обороны Российской Федерации приостанавливает сотрудничество с Пентагоном в рамках данного меморандума.
не верю в очередной раз ни правозащитникам, ни администрации Соединенных Штатов. Всем потому прям правозащитникам не верю. Осуждая Асада, много лет они вообще не замечают тех соседей, да, которые до сих пор забивают женщин камнями. Это прописано в Уголовном кодексе. Через распятие в прошлом году, да, был несовершеннолетний молодой оппозиционер убит. Почему туда не сыпятся бомбы? Почему там нет блокад и санкций? Отвечайте. Наша Минобороны, она стоит в том, что удары были обычными боеприпасами, но они попали в базу, они попали на склад, в склад, где хранились химические элементы, химические элементы. Вот когда борьба с терроризмом ведь заключается в том числе в перекрыть потоки финансирования. Но мы же видим, откуда пришла Аль-Каида. Откуда идет сегодня из Саудовской Аравии, из Катара, идет финансирование вот этих террористических групп. Они этого не скрывают. Они же этого не скрывают.